Шли светлые, славою венчаны, дни победной весны. В глухой деревеньке русская женщина сына ждала с войны. Святая молитва ее материнская была с ним на передовой. Вот пала последняя крепость берлинская. Сын мой вернется домой. Но лето проходит, хлеба уж созрели, вернулись и зять, и сосед. А время летит, за неделю неделя нет сына, и писем нет. Однажды под вечер в окно постучали. Конверт почтальон передал. Слова будто камнем по сердцу упали. Без вести сын ваш пропал. Скажи, почтальон, что слова эти значат? Ведь ты же сам воевал, не жив, не погиб. Как быть может иначе, чтоб человек пропал? Он в плен мог попасть, в окружение жестокие шли бои. А может, был ранен и после сражения его не нашли свои. Ты жди его, мать, это ж не похоронка. Надейся, что он живой, да Богу молись. Добавил негромко, вернется Иван домой. Что дальше? В колхозе, как все, трудилась, в поле за трудодни. Зимой холода и печка топилась, короткие хмурые дни. И каждый вечер перед иконами клонилась седой головой, о здравии сына клала поклоны, не смела. За упокой. Вот так и жила, с печалью повенчана в глухом уголке страны. Всю долгую жизнь эта русская женщина сына ждала с войны.